Thank you.
Спасибо. Группа «Атенти Золотов» из страны Евгений Лебедев, фортепиано, Антон Ревнюк, бас-гитара и Игнат Кравцов, ударный. Thank you.
Следующая песня у нас прозвучит из нового альбома, который мы сейчас готовим и записываем. И, наверное, некоторые люди, которые сейчас на концерте, знают, что у нас в группе замечательная вокалистка. И ее сейчас, конечно, нет с нами. Вот, но мы сейчас попытаемся комбинировать живое исполнение с тем, что... и представить вам то, что будет звучать на диске.
который скоро выйдет. Также голос мы услышим, записан уже именно в студии, а остальная часть фонограммы прозвучит уже в живом исполнении. Thank you.
была песня в исполнении нашей швейцарской вокалистки Вероники Сталдер. И перед тем, как мы завершим это отделение, мы сыграем еще одну композицию, сделаем перерыв, а потом вернемся к вам снова. Thank you.
Евгений Лебедев. Игнат Кравцов, ударный. Антон Ремнюк. Валерий Толстов, группа «Алтайский городок». Спасибо. Thank you.
Следующая песня – это тоже одна композиция из нашего альбома, которую мы сейчас записываем. И это аранжировка армянской народной песни под названием «Баварек». Это очень трагичная песня, очень грустная. И она исполняется с вокалом, который сейчас прозвучит также в виртуальном виде с нашего альбома. Для нас это вообще на самом деле вот некие эксперименты. Это впервые, что мы играем с фонограммой, так сказать. Это слово на самом деле очень нас пугает. Но мне кажется, в наш век, когда некоторые коллективы или музыканты объединяются на расстоянии и уже играют концерты по скайпу, по каким-то другим каким-то иным способом на расстоянии,
вот мы решили попробовать воссоединить как бы звучание альбома с живым каким-то исполнением, и вот сейчас следующая песня «Хован Экспресс». Yeah.
Thank you.
уже подходим к концу нашего концерта, и хотелось бы еще раз представить эти замечательные имена. Евгений Лебедев, фортепиано. Игнат Кравцов, и последняя вещь. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо этому замечательному клубу и спасибо за звук. Yeah. Без этого человека там было бы все невозможно. Так что мы благодарны сердечно. И до встречи в следующий раз. Спасибо.